Ну, во-первых, я тебя хочу поздравить с прошедшим днем рождения. Спасибо большое. Всех тебе радости, жизни, благ. Скажи, как прошла ночная гонка? Ну, ночная гонка у нас была очень динамичная. Вот стартовали 11-е, финишировали 2-е. К сожалению, основного конкурента догнать не удалось, но проиграли немного, по нашим расчетам, 2 минуты. Вот. Что с люстрой? Что? С люстрой что? Ну, люстру мы оторвали на первой, наверное, третьей дистанции, поэтому ехали с 2 налобными фонариками, то есть с основным светом автомобиля. Вот. А он немножко заляпался грязью, поэтому ехали на ощупь, может быть, чуть медленнее, из-за этого, собственно говоря, и практически не блудили. Слушай, ну смотри, настоящая тройка, по сути дела, ты еще не началось, да? Ну, по сути, да, были как бы такие. Первый пристрелочный этап, вчерашний день, не трофи, это больше развлекалово. Я не знаю, как это назвать, это специальное убийство для пилотов. Их сначала 7 часов парят на жаре, вот, а потом запускают в ночь. Кто физически слаб или морально, очень сложно. А что в лесах? В лесу? Ну, в плане грязи, сырости. Нет, грязь-то, безусловно, есть, но она опять локальная. Вот. Ручейки, основная грязь. Ну, чуть-чуть глиняных луж, но там везде твердое дно, в принципе. Поэтому для нас это не сильно сложно, когда едешь не 20-м. Нужно ехать в первой пятерке. Ovi su svi s plusom. Plusom su tu. Dobro, najvjerojatnije će oni još dolaziti. Ne. Ode u jednu stranu.
dust. Yep. Víctor, jo bro, jo bro. Odosti.